Недавно мы с семьей побывали в Абу-Даби и остановились отдохнуть в отеле Корниш Абу-Даби 5 звезд. Так как нас было пятеро, мы стремились найти отель высокого стандарта при доступной цене. Перед заселением нам предложили учесть дополнительный налог в размере 75 дирхамов за номер в сутки. В регистрации нам дали каждому по ключу для доступа в наш номер. Как видите, мы поднимаемся в наш номер. Бронировали мы 2 номера, однако в одном из них заселились 2, а в другом 3. Для обеспечения комфортного размещения нам принесли дополнительную кровать, так как в номерах уже было по 2. Все было обдумано до мелочей. Постельное белье чистое и белоснежное. Номера сверкали чистотой и приятным ароматом. Отель предоставлял полный набор удобств для приятного проживания. Кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, а также возможность приготовить чай или кофе в номере. Здесь мы успели отснять рилс для Инстаграма с видом на город с нашего номера. Так как мы прилетели ближе к утру, после заселения мы решили позавтракать и отсняли для вас столовую со всеми предложенными блюдами. Отель предлагал разные варианты питания, включая трехразовое питание, фуллборд и халфборд, позволяя выбирать завтрак, обед и ужин. Завтраки были разнообразными, включая мясные и мучные блюда, чтобы удовлетворить все вкусы и предпочтения. А на обед и ужин были разнообразные блюда. Так как мы хотели номер с видом на море, наш запрос был решен запросто. Хотя сначала нам предоставили номер с видом на город, на следующий день нас переселили на номер с видом на море. А для вечернего развлечения и отдыха была предоставлена возможность смотреть телевизор на английском и арабском языке, посещать бар, который находится на 2-м этаже, но имейте в виду, напитки платные. Или же можете отправиться на ночную прогулку по Абу-Даби. Отель Абу-Даби расположен в центре деловой части города, позволял нам насладиться близостью к торговым центрам, таким как World Trade Center Mall, Абу-Даби Mall и Marina Mall. И, конечно же, он поражал своим соседством и впечатляющим Бурдж Мухаммед бин Рашида в Абу-Даби высотой 381 метр. Также была возможность арендовать автомобиль, и каждый гость мог наслаждаться доступом в интернет. Отель Корниш впечатлил своей архитектурой: 16 этажей и 4 лифта. Он удачно расположен в непосредственной близости от набережной Корниш. Пляж Корниш находился в километре от отеля, и до него можно было легко добраться за 5 минут на автомобиле, а в пешую за 45 минут. Также для любителей водных процедур был открыт бассейн на 3-м этаже отеля с видом на высотки города. С видом бассейн был доступен с 10 утра до 7 вечера. Кроме того, в гостинице был ресторан, бар, тренажерный зал, сауна и конференц-зал. Для любителей активного отдыха здесь расположены несколько достопримечательностей, таких как большая мечеть Шейх-Азаде, которая находится всего в 20 минутах езды, вход в мечеть бесплатный. На автомобиле доехать до мечети с отеля займет около 20 минут. Туристам не советуется посещать мечеть по пятницам, так как это священный день для мусульман, и вход в мечеть допускается только для молитвы с дресс-кодом, который покрывает все тело и даже голову для женщин. В то время как Ferrari World и остров Яс находились в 30 минутах поездки на автомобиле, так как мы не могли посетить Ferrari World, если есть кто посещал его, напишите отзывы в комментариях, как он вам. В целом, цена и качество отеля нас приятно удивило.